Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Суть вопроса заключается в том, что человек бьет технику. С детства это желание присутствует у человека, точнее не желание, а с детства это происходит. Вот. В возрасте, значит, 10 лет сломал телефон, в подростковом возрасте несколько ноутбуков, вот, и, соответственно, постоянно это происходит, в том числе с детьми. Смотрите, вы описываете эту историю исключительно в рамках того, что происходит. То есть, ну, вы как бы ведете счет. Вы ведете счет тому, что вы разбили, тому, сколько вы разбили. Вот. Но вы ничего не описываете, например, из того, что к примеру, составляют вашу жизнь в целом. Ваше отношение к жизни в целом. И так далее. То есть вот эти вещи, да, вы не описываете, а они достаточно важны. Дело в том, что вы можете чувствовать, ну, то, что чувствуете, да, вы можете делать то, что вы делаете по нескольким причинам. Одна из причин может заключаться в агрессии, действительно, вот. И это просто закрепилось, ну вот, так, это просто закрепилось у вас. То есть, как, значит, ну, что-то такое вот дорогое, да, как что-то такое вот важное, как что-то такое вот ценное, как что-то такое вот ну, значимое, скажем так, значимое. Вот. Это первое. Но второе, с чем может быть связано ваше состояние, так скажем. Это такое вот, знаете, чувство своего рода, что вы недостойны техники. Что вы недостойны вот иметь как бы то, что имеете. Вот. Такая ситуация еще может быть. Такой момент может быть в том числе. И вот это, пожалуй, на мой взгляд, судя по потому что вы описываете, да, куда более, ну, как бы, вероятно, этот момент, куда более вероятно, как мне видится, по крайней мере, вот, и, ну, вы, наверное, в принципе, сами
как-то вот сами понимают, что, нельзя вам так, ну, быстро ответить на этот вопрос. То есть нужно все-таки больше информации. Нужно, чтобы вы лучше рассказали о том, что происходит, ну, между вами, да, и людьми, с которыми вы общаетесь, например, допустим, между вами и мужем, с которым вы взаимодействуете, например, и который вот почему-то считает, да, в порядке вещей тоже разбить вам, например, ну, какое-то устройство и так далее. То есть почему-то он вот воспринимает это как норму, да? Хотя нормы это не является само собой. Вот. То есть вы себя вполне можете просто-напросто наказывать вот, ну, подобной моделью поведения. Понимаете, да? И, соответственно, если это так, то очень важно, чтобы вы, во-первых, сами себе в этом постарались отдать отчет, чтобы вы это заметили, чтобы вы, ну, пересмотрели как по отношению свое к этому. Вот. Чтобы, ну, грубо говоря, техника перестала быть вот в этом смысле просто техникой, которую вы бьете, чтобы она осталась чем-то больше. Вот, это очень важный момент для вас. Либо, может быть, еще какие-то вещи, более экзотические. Вот, но о них, конечно, сейчас говорить, наверное, не имеет смысла, потому что мы не знаем ничего. Об этом мы не знаем ничего о том, что представляет из себя ваша реальность, да? Вот. Ну, мне кажется, вот лично мне кажется, что вы просто считаете, что недостойны этой техники. Вот это мое такое предположение. Вот. А может быть, видите в ней какого-то врага, может быть, видите в ней угрозу для себя в чем-то. Вот. Это может вытекать из вашего детского опыта. Например, если родители выбирали не проводить с вами время, а проводить его, допустим, за телевизором или за телефоном или за компьютером, вот, то вот вам, в принципе, причина для того, чтобы не любить и ненавидеть, технику. Вот. Технические устройства. Чем не причина. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен,
обратную связь по полному ответу, это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам, всего самого доброго.